Легендарный блюзмен Чарльз Бёртон выступил накануне в Барнауле с единственным концертом. У нашей съемочной группы была уникальная возможность присутствовать на репетиции. Уроженец Лос-Анджелеса гитарист Чарльз Бёртон играет блюз и кантри уже 45 лет. Его стиль хорошо знаком поклонникам музыки в Америке. Он объехал с гастролями все штаты. Кроме того, Чарльз – постоянный участник крупнейших блюзовых фестивалей. 9 лет назад Бёртон стал лучшим в конкурсе гитаристов «Король блюза». В Сибири Чарльз впервые, сразу из Томска, он прибыл в Барнаул. Кстати, на сцене аккомпанируют ему музыканты из Новосибирска. Об интернациональном языке музыки, о том, чем отличается русская публика от иностранной, Чарльз Бёртон рассказал в эксклюзивном интервью нашей программе. Кстати, вот как он оценил Барнаул. Beautiful, new, sort of very modern. Очень современный город, современная архитектура зданий. Да, похож на Голливуд, эта надпись на холмах. Действительно, очень красивый город. А вы видели медведей на наших улицах? Каждый американец должен знать, что в Сибири по улицам гуляют медведи. Да, конечно, с рюмкой водки. Полное интервью с Чарльзом Бёртоном смотрите в ближайшей программе «Наше время».